Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Сегодня в эфире. Сыны Западной Армении Гегазник Микаэлян. Вопросы армян Западной Армении. Баку не желает обсуждать с нами ничего, кроме интеграции. Президент Арцаха Раик Арутюнян. Власти Баку запретили перевозку тел двух армянских солдат, погибших в Арцахе. Омбудсмен Арцаха. Пахотные земли села Нор Казанчи Арцаха – мишень боевых позиций противника. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении обсудил с заместителем генерального директора ЮНЕСКО ряд вопросов – центр репатриации и интеграции. Сыны Западной Армении Гегазник Микаэлян. Гегазник Микаэлян родился 16 ноября 1951 года в селе Лернарорт Аштаракского района. Окончил местную среднюю школу, далее получил среднее сельскохозяйственное специализированное образование. Командующий подрабовольческим отрядом Екрапа Аштарака отличился смелостью и умением владеть военной техникой. С первых дней Арцахской освободительной войны участвовал в Горийском, Мегрийском, Новоребирянском и Джеванском Араратском освободительных боях. Убит 29 августа 1990 года в Ереване. Похоронен в селе Сосуник Аштаракского района. Звание национального героя Республики Армения получил посмертно 20 сентября 1996 года. Награжден орденом Отечества. Вопросы армян Западной Армении. Существует легенда, согласно которой внук Гегама Арам, воюя с могущественным ассирийским царем Навуходоносором, Арам неожиданно попадает в плен к царю Ассирии. Навуходоносор повелевает Араму не есть в течение 10 дней, на 11 день, назначив день сражения. Король обещает отпустить Арама, если он победит. Проведя всю ночь в размышлениях, Арам просит Навуходоносора принести ему щит армянских войск. Царь не отклоняет просьбу, отправляет к армянскому войску послание. Армянские войска, понимая, что хочет царь, помещают в щит лаваш. Однако посланники не догадываются, что под щитом можно упрятать хлеб. Когда щит доставляет Араму, он заявляет, что щит не очень удобен и ему нужен другой. И так на протяжении 10 дней посланники приносят Араму по одному щиту и лавашу. На 11-й день Арам и Навуходоносор выходят на дуэль. Ассирийский царь был уверен, что Арам после 10-дневной голодовки будет истощен и он легко сможет победить. Араму удается победить Навуходоносора и вернуться на родину. После возвращения по приказу короля все разновидности хлеба в Армении превращаются в лаваш. 29 июня было создано заключительное заседание 7-й сессии Национального собрания Республики Арцах 7-го созыва. Первым вопросом повестки стал отчет о ходе и итогах программы деятельности президента Республики Арцах на 2022 год и программы деятельности на 2023 год. Президент Арцаха Араик Арутюнян ответил на многочисленные вопросы депутатов, которые касались как программы, так и ситуации в стране, провокации Баку, переговорного процесса. Представители Сильвинета также присутствовали на заседании и зафиксировали наиболее важные мысли, озвученные во время процесса вопросов-ответов. В частности, он ответил на вопрос, почему не следует принимать предложение Азербайджана и ехать в Баку на переговоры. Потому что Баку обсуждает с нами одну тему – интеграцию, иную тему не обсуждает. С разных мест мне говорят – пойдем и убедим. Я пробовал, друзья, пытаясь 2 года. Если кто-то считает, что я был плохим переговорщиком, то я не вел переговоры на последнем этапе. Данные переговоры не дают результатов, поскольку в конце приходят и заявляют, вот это наша цель. Не только нам говорят, это говорят в ООН, это говорили вчера и сегодня во время встречи Блинкин, Мирзоян, Байрамов. Азербайджан говорит нам, что первым пунктом является расформирование армии обороны. Мы должны расформировать, а затем пойти навстречу. Позвольте мне представить последовательность. Мы заявляем о расформировании армии, затем система государственного управления. Они едва создают механизм общинных выборов, после чего нам дадут газ, электричество и разрешат передвигаться по дороге. И понятно, как разрешат, в качестве граждан Азербайджана. Я не против переговоров и не против встреч. Мы должны осознавать, что у нас будут проблемы, все это можно преодолеть. Нам нужна самозащита и повышение сопротивляемости. В связи с этим, что мы сделали и что должны сделать, если будет желание, обсудим это отдельно. После последней провокации противника на линии соприкосновения Баку запрещает передачу тел двух погибших армянских военнослужащих. В интервью Азатутюн омбудсмен Арцаха ответил, 20-летний срочник Самвел Тарусян – житель Степанакерта. Однако родители хотят похоронить его в воинском пантеоне Ираблюр. Родственники 20-летнего Ерванда Татавасяна – бывшие жители Кашатава. После войны они живут в Армении. Омбудсмен Арцаха опроверг утверждение бакинской стороны о том, что двое погибших военнослужащих служили в вооруженных силах Армении. Назвал
это очередной манипуляцией. Сибанян сообщил, что арцахская сторона пыталась решить вопрос при посредничестве российских миротворцев с целью передачи тел Армении. Сепенакер также обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой организовать передачу тел. Напомню, что 28 июня в 1:30 ночи подразделение вооруженных сил Азербайджана из артиллерийских средств, применив также БПЛА, открыл огонь по армянским позициям в направлении Мартуне и Мартакерта, в результате чего погибли 4 армянских военнослужащих. В селе Нор-Казанчи Мартакерского района Республики Арцах из соображений безопасности большая часть пахотных земель осталась необработанной. Об этом в беседе с корреспондентом Арцахпресс заявил глава общины Нор-Казанчи Руслан Арустамян. После войны село попало под прямой огонь врага. Пахотные земли, принадлежащие общине, также находятся под прицелом боевых позиций противника. Подойти к участкам и возделывать землю невозможно. Удалось посеять очень небольшое количество ячменя, полбы и картофеля. Вся проблема в том, что запас не удовлетворить сельчан зимой. Глава общины сообщил, что из-за блокады в селе возникла проблема с топливом, мукой, маслом и сахаром. Но в случае острой необходимости или срочной доставки больных в медицинские учреждения Степанакерта администрация района предоставляет необходимое дизельное топливо. После войны поголовые скота значительно сократились. Жители не занимаются сельским хозяйством, как раньше. Каждый возделывает участок земли возле своего дома, подчеркнув, что нависшие испытания не мешают формированию новых семей в селе. Несколько дней назад с бакинской боевой позиции велась беспорядочная стрельба в направлении Чан-Катаха и соседних сел Кичан, Нор-Казанчи, Мартакерского района, в результате чего были повреждены жилые дома. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении обсудил с заместителем генерального директора ЮНЕСКО ряд вопросов. В рамках визита во Францию 28 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась встреча министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанны Андреасян с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне. Как сообщили Армен-Пресс, в пресс-службе Министерства науки, культуры, образования и спорта в ходе встречи был обсужден ряд вопросов сотрудничества. В ходе обсуждения министр коснулся уничтожения бакинскими властями армянского культурного и религиозного наследия, искажения идентичности в Арцахе и прилегающих районах, в том числе планы Баку превратить церковь Сурб-Амбарцум в мечеть, о чем стало известно на прошлой неделе. В сообщении говорится, была выражена глубокая озабоченность армянской стороны отсутствием у армянского населения Арцаха возможности реализовать свои культурные и фундаментальные права человека в результате блокирования Баку-Бердорской дороги. Также было подчеркнуто, что в результате блокады нарушается принцип мобильности деятельности искусства. В этой связи еще раз была подчеркнута необходимость направления в Арцах и приграничные районы Армении независимой технической миссии ЮНЕСКО. Эрнесто Оттоне высоко оценил сотрудничество ЮНЕСКО с Арменией, в том числе подчеркнув активное участие и поддержку Армении в изучении культурного наследия региона, выполнении технических миссий и участии в реставрационных работах. В ходе встречи были обсуждены вопросы глобального гражданства и образования в области прав человека, а также борьбы с расизмом, дискриминацией, ненавистью посредством образования, инициативы «Зеленое образование. Развитие цифрового образования». 1 июня де-факто начал работать Центр репатриации и интеграции при Офисе комиссара по делам диаспоры. И хотя его официальное открытие состоится где-то в 20-х числах июля, в Центр уже поступило множество заявок и обращений от представителей диаспоры репатриантов. Об этом начальник отдела разработки стратегии комиссара по делам диаспоры Ованес Алексанян сообщил «Спутник Армения». Основная функция Центра – облегчение процесса репатриации армян из разных стран мира. Сотрудники работают с гражданами как на месте, так и дистанционно. Ведутся обсуждения для выявления проблем и повышения эффективности работы центра. Благодаря этой структуре удастся собрать точную информацию о числе репатриантов. Среди наиболее актуальных вопросов – устройство ребенка в садик, школу, вопросы здравоохранения, порядок получения гражданства или вида на жительство, условия по перевозке личного груза из другой страны в Армению. При необходимости, в случае, когда нужна дополнительная консультация, центр прибегает к помощи госструктур. Специалисты отметят, что весь процесс репатриации делится на три этапа – до репатриационный период, репатриация и интеграция, которая занимает от 6 месяцев до 2 лет. И в завершение новостей послушаем мелодию «Ашук Саят Нова» в исполнении Владимира Самбатяна, Левона Айрапетяна и Эдуарда Папяна. Thank you.
Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра.